Добрый день! Сегодня у нас День Победы, и мы на вот этой ласточке едем в Севастополь для того, чтобы поучаствовать в параде, поздравить ветеранов с этим праздником. И, конечно же, я хочу и вас поздравить с этим большим праздником, с Днем Победы. И немножечко расскажу об этом автомобиле, на котором мы сегодня мотаемся. Это BMW Z4, настоящий автомобиль Победы. Уже в самом названии присутствует буква Z. Это символ наших победных войск. И, конечно же, дорогие друзья, на таком автомобиле очень приятно. Я обзорчик на него выложу.